Саламу алейкум. Здравствуйте. Первоначально соболезную все отцов, матери, братья, сестры, которые потеряли своих близких. Нам тоже больно этого. Соболезную. Скорби мы тоже. И хочу сказать, чтобы мирный народ, не поддавайтесь на провокации. Таджики неплохие люди. А это четыре недородные, они не таджики, они террористы. У террористов нет нации, нет родины, нет матери, нет отцов. У террористов нет веры, они без веры, у них нет Бога. Бог, Аллах, никогда не разрешал убивать человека. Тем более мирные люди, которые без оружия. Ничего не делают. Это нельзя. И хочу сказать, что я таджик. Мы находимся в зоне боевого действия. И сейчас в данный момент эти новые ролики смотрим. То, что таджики плохие. Я таджик. Вот здесь, видите? Вот эти пальчики, они неровные. Один длинный, один короткий, один толстый, один худ. Но, значит, везде есть уроды. Люди тоже не одинаковые. Таджики – это самые замечательные люди. Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации. Наши дедушки со всей, не только таджики и русские, 15 братских государств плечо к плечу одержали победу. А сегодня наш день, и мы побеждаем тоже. Как Владимир Владимирович Путин говорит, Россия вперед. Отец нации таджик, лидер нации таджик, Эмомали Рахмон говорит, Таджикистан Бапеш. Геонацистам смерть, террористам смерть. Победа будет за нами.